Поехали, поехали. Ребят, один лайкосик до цели стрима. Прожмите, пожалуйста. Чё, вот опять оба два балуются, да? Да что-то как-то да, да, оба два балуются. Может, строители, ребят, я не выдаю строителей, еще раз говорю, ребят. Сори, сори, сори. Вот. А, здравствуйте, ребят, много новых людей. Привет, Мишаня. Привет, привет тебе. Если не усну, если усну, то завтра запись гляну. Понял тебя. Понял, понял, окей. Ладно, ты будешь смотреть? Посмотрим. А сколько это, по МСК? А по МСК это в 10.00. Ну это на вечернем стриме получается, блин, не знаю. А, ну слушай, такое один раз в год. Ну посмотрим, может, блин, может в конце вечернего стрима залетим так чисто, посмотрим. Почему нет, типа. Вот, так раз, как раз уже поиграем, наиграемся, отдохнуть можно будет залететь так. В принципе-то как бы, почему бы и нет. Отлично, бежать и отлично. Просто пить воду. Идеально. Оп, оп, ну оп, как воду? Оп. Не воду, вот так вот сделаем. Да, да, кстати, Пантеру-то привет, давно его не видела. Да, тебе от капец, конечно, приветик, короче. Приветик, приветик. Я уже поздоровался, но ладно, еще раз. Влад, где описание? Под стримчиком находится описание, дружище. Под стримом находится описание. Подготовка к этим итоговым сочинениям и так далее. Так. Как лето, живи, дружище. Не знаю, мне брать сетка или джины, если они выпадут. Давай. Мне знаешь, что выпало? Хокай, мясник, мастер оружия и гладиатор. Хокай, давайте выбирать. То же самое, что лучник, только более бесячий. Давай хокай. Ладно, хокай. Я бомбер могу взять. Я могу алхимика взять. О, давай. Как раз таки получится норм команда. Я бомбер возьму. Бомбер хороший урон будет. Давай так, что это отлично. Так, кто у нас четвертый чел? Надеюсь, не АФКшник. Надеюсь. Да. Кто у нас? Визончик. Не, он не. Опять долго спавнится. Мы их, по-моему, быстро убиваем просто. Он у меня сразу хороший. Кстати, как нам лучше качаться? Нам броню сразу качать или книги покупать, как ты тогда делал за охотника? И, кстати, откуда столько денег брал, чтобы за охотника купить столько денег? Ну, не знаю, сами копились. Да. Выбивал и покупал. Кстати, у меня книгу урона, кому дать? Или я сам ее лучше завязаю? Какая? Не знаю. Ну ладно, я завязаю сам, потому что у меня 16 хп. Ну, Хокай, знаешь, что он делает? У него способка есть, когда ты ее нажимаешь, ты становишься невидимым. И при ударе ты наносишь большое количество урона. Его прикол в том, что у него, знаешь, какая перезарядка этой способности? Какая? У него способность — это невидимость. Перезаряжается за 9 секунд. То есть я могу каждые 9 секунд прожимать кнопку, становиться невидимым, наносить урон и просто убегать обратно. Потом снова так повторять. Так, а исцеление 2 за алхимика, исцеление 3 даст? Да. О, классно. У меня кидающийся как раз. Вообще четко. Ты не можешь за одну хилку все хп зарегенить. Потому что 20 сейчас. Все, у меня загрузилась версия. Ну, пока сыграем карту как раз. Да. Метательная. Надеюсь, что да. Нет. Ну ладно. У вас не лагает?
Сейчас вроде нормально. Да. Так, а то, блин, есть. Было... Раунд начинается, и хана сразу. Есть такой момент. Ой, ой, фиолетовый вообще. И желтый. Не завидую. Ой. Ой, ну все. Сейчас мы быстро останемся команда на команду, 4 на 4. Да. Так, исцеление, слабости, да? Я, наверное, меч наконец-то возьму. А то без меча некомфортно. Так. Ну, я ставлю... Ой, кстати, насчет фиолетовых. Точнее, насчет белых. Ну, знаешь, не так уж они хорошо и одеты. Взрывное зелье силы. О. О, всего два. Это уже его, что если он передаст тебе, то он получит уже не 4-3. Передай мне, получится всего 3. Ни брони, ни оружия. У меня есть оружие только уже золотой топор. Переведем кому книгу. У троих мечи. Кому книгу нареден? Ну, давай мне. Так. Вот. Ладно, надеюсь, он за бабу. Конечно. Молодец. Мне за бабу. Нормально. Так, я руну регена возьму на всякий пожарный. Найс. Мы их ушатали. Это были белые. О, три убийства. Да, это были белые. А, точно. А... Да это твою налево. Так, Shift PKM, да? Да. Да, Shift плюс PKM с зельем. Передал? Блин, он мне дал не то зелье. Он дал силу один, блин. Не то зелье, да. У меня лучший эффект. Ну ладно, у меня всего два халявная. Ладно. Сойдет. Я будем как джентльмены по одному. Да не нафиг. Чё, давай я по приколу пойду на него и в одиночку его размотаю, го. Ну давай. Да ты напиши, го, я один пойду. Ты в общий чат напиши. Короче, сейчас
Смотрите, как это делает Хокай. В одиночку. Хорош. О, команда на команду. О, вот это уже поинтереснее будет. Я, в принципе, без разницы, я могу бежать. Минус. Так, ну последнего я, может, у меня 2 кило, блин. У меня их 3 кило, а у меня 5. Ой, больно. Ну чё, давай, бери его. У меня хп мало, блин. Ладно. Я еще никого не убил. Я тебе говорю, блин, Хокай в дуэлях это просто имба. Желтый скоро тоже покинет нас. Вот начнется самое интересное, когда желтый покинет, потому что каждая дуэль будет снимать у них хп. Или у нас хп, если мы будем проигрывать. Я не знаю, вывезет ли один желтый тут. Реген. Сила вторая обитательная выпала. Ой, ты можешь передать Сайенсу. Хорошо, передам. О, можно мне. Везун. О, он мне реген дал. Право. Ладно, возьму его. Раз он не передал. А, они снова слева обходят. Минус. Минус. Не понравилось, что он развернулся, подумал, что я убежал, а я ему дал в спину. Гейми фак. А, вот он. Ча, передал. Так. Во. О, отлично. Сейчас Сайенс бахнет всего 3. Жесть. Ой, блин. Сила 2, блин, сняла все эффекты. Нафиг. Ладно, я пойду их разматывать в одиночку. Чё-то им вообще не очень весело. Ой, нет, ладно. Я огорячился. Зато у них мало хп очень. Я их всех нафиг побил. И шансов, блин. Смотрите на мою броню, ёбаю. Я уже алмазник. У меня за 5. Где броня?
Я вообще ни одного кило не дал. Я думаю, она уже не понадобится. Так, бафы всего 3. Ох, эти чуваки сейчас будут справляться как-то. Сила 6. Чё? Как сила 6 может быть вообще? Ой, мы опять дуемся с ними. Ого, реально кто-нибудь один попробует их всех размотать. Не, давай не будем так выпендриваться. Ладно, ладно. У тебя же сила 2 кидающаяся, да, Сайнс? Да. О, ну все, в принципе. Можешь попробовать бафнуть сила 3, надеюсь. Я так и не понял, что значит 2 из 5. Блин, оно не работает, по-моему. То, что он бафует. Ой, блин, да, его забафнуть. Минус. Найс. Ой, они еще и прокляты. Так, небесная кора, алмазный меч или... Ладно, реген возьму. А? Понадобится. Алмазный шлем. Защита 4, полная броня. Хана им, блин. Мне уже не вывезут дальше. Мы их просто унижаем нафиг. Знаете, сколько у меня киллов? 8. А у меня только 2. А у меня 9. А, Тоби куда скиллер, что ли? Не знаю, что они делать будут. О, у меня бы сила 3 бомбится. Этим челом не завидую. Я удивлен, как они до сих пор живы. Я тоже. Ой. О. Вдруг они еще камбэкнут. Я не знаю, как это возможно. Может, им шанс дать реально. Или не стоит. Да не. Ладно, не будем. Ну типа реально какие у них шансы? Не, не работает. Да, это забавно. А то два это уже не работает.
За 5. Вся алмазка за 5. Ой, ё-моё, да что это такое? Как... Блин, где этот предмет? А? Где этот предмет выкупается? А, я его купил. Точно. Короче. Во. Я думал, у вас для груди. А он перешел. Смотри. А, он вышел. А, стоп. Аж 3 проклятия у них. 4. Офигеть. Ха? Я не представляю, как они... Как они, блин, много урона будут получать, блин, с проклятиями. С 4 проклятиями, блин. Надо Дэну забафать. Он, у него мало. Давай, иди сюда. Они до сих пор держатся. Как они это делают? А, все, один слился. Эгэм. Я, кстати, первый какую-то мелочь. Ой, ладно, все. Че, пойдем туда?